вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как поставить видео на телефон. Ну, точнее, живые обои. На айфон и на андроид. Ну что, погнали! Для того, чтобы сделать такие обои на андроид, нам понадобится TikTok и TikTok Live Photo. Также я вам покажу, как это сделать на iPhone. А для того, чтобы сделать такие обои на iPhone, нам понадобится TikTok и Insta Live. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в инстаграме. А теперь погнали! А для того, чтобы сделать такие обои на айфоне, для начала зайдем в TikTok. Нажмем на интересные, на лупу. Снова нажимаем поиск и живые обои. Теперь выберем видео, которое вы хотите поставить, чтобы они были живыми обоями. Нажмем на клипы и посмотрим. Может быть, тут есть интересные. Так, я нашла одно. Нужно посмотреть. Для того, чтобы сначала поставить. Так, ну это, если честно, мне немножечко понравилось. Но мы посмотрим. Может быть, под музыку еще прикольнее сняли. Нет, смотрим дальше клип. Другие. Которые вам больше всего понравятся. Либо можно зайти под хэштег живые обои и посмотреть что-то там. Там по-любому будет что-то прикольное. Например, вот это. Или что-то галактическое. Можно там найти. Если зайти под хэштег. Вот, например, еще один паровозик дыр-дыр-дыр. Тоже прикольно. Или можно еще что-то посмотреть. Например, ну, давайте вот это. Вот это тоже классно. Можно будет поставить на обои. Очень красиво. Вот это вот следующее видео мне тоже очень понравилось. Нажимаем на стрелочку, листаем в самый конец, выбираем предпоследнее, лайв-фото. Подождем, пока оно загрузится. Вот оно загрузилось, теперь выходим и заходим в настройки. Теперь выбираем обои. Дальше нажимаем выбрать новые обои, все фото, и выбираем наше вот это вот фото. Подстраиваем, как вам нравится. Я попробую в одну сторону, потом в другую, а потом посередине. И как мне понравится, так я и оставлю. После того, как вы подстроили, вы нажимаете на установить и на экран блокировки. Потому что, когда я пробовала на экран домой, оно не получалось. Поэтому именно на экран блокировки. Вот сейчас я выключу телефон и зажму на экран. Вау, посмотрите, как классно! А теперь включаем телефон. Классно! А сейчас я вам расскажу и покажу, как сделать на iPhone свое видео обоями. И для этого нам понадобится Insta Live. Мы должны его скачать. Заходим в Insta Live, нажимаем, читаем далее и продолжим. Разрешить фото. Смотрите, и вы можете взять свое любое видео и поставить себе на аватарку. Ну, я выберу, например, вот это. И теперь обрежу ту часть, которую я хочу вставить. Смотрите, тут можно увеличить, уменьшить. Я, наверное, вставлю вот тут. Поэтому так и оставлю. Вот. Потом можно там убрать звук, ускорить, сделать, например, квадратное видео, либо для YouTube. Потом нажимаем «Создать» и «Без повторений». Сейчас оно грузится. Подождем, пока оно загрузится. А потом нажимаем «Сохранить живое фото». Подождем, пока наше живое фото сохранится. Все, сохранилось. Теперь нам сейчас тут показалось, как же установить эти живые обои.
Тут все подробно расписано. Теперь выходим и заходим в настройки. Нажимаем обои, выбрать другие обои. Все фото. И выбираем вот эту вот нашу живую фотографию. Теперь подстраиваем, как вам нравится. Вот, я зажала, и посмотрите, как прикольно получается. Теперь нажимаем «Установить» и на экран блокировки. Подождем, пока оно загрузится. Вот, а теперь выключим телефон. Я выключила телефон, теперь включила и зажала на экран. Вау, посмотрите, как же классно получилось видео на экране блокировки. Классно! А теперь я расскажу и покажу, как это сделать на Android. Заходим в Play Market и пишем TikTok Live Photo и скачиваем эту программу. Она качается, она скачалась, нажимаем «Открыть». Нажали, теперь «Установить Live Photo». А теперь выходим. А теперь заходим в TikTok. Нажимаем на поиск и вбиваем «Живые обои». И выбираем то видео, которое вам понравилось больше всего. Мне нравится это видео, нажимаем на стрелочку «Поделиться», листаем в конец и нажимаем «Live Photo». Подождем, пока оно скачается. Вот, смотрите, оно вот такое вот. И нажимаем теперь «Применить». И выходим. А теперь посмотрите, какая у нас красота. Можно полистать туда-сюда. Рабочий стол. И это очень классно. Давайте посмотрим, есть ли в лайке обои живые. Так, заходим в поиск и пишем «Живые обои», а потом заходим под хэштег. Так, вот, нажимаем на живые обои, и тут можно посмотреть. Вот эти классные, вот эти тоже прикольные. Можно добавить, например, вот такие вот. Только оно сохранится как гифка, а не как лайв-фото. Тоже можно нажать на стрелочку, и там есть создать гиф. Вот, смотрите, вот. Теперь можно выбрать какого формата, вот такого или квадратного. Нажимаем на галочку. Потом еще раз на галочку. Смотрите, у нас сохраняется оно. Вот, сохранилось. Нажимаем на три точечки. Теперь, ребята, я вышла и захожу в галерею, проверяю, есть ли эта гифка у нас. Так, вот она черная. Есть. Поэтому нажимаем на три точечки. И нажимаем на галерею. Нажимаем на галочку, и мы можем выбрать, на блокировку поставить, либо на экран домой. Я выбрала на экран домой. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И вы поставите лайк, и попробуйте сделать себе такое же. Поэтому всех люблю, всем пока!